Система аховы здоровья Гомельщины подрихтована до другой хвали коронавирусу. Проверено необходимое обсталяванне, створены достатковый запас сродков обороны для медицинского персоналу. Про это поведомили у Уголовном управлении аховы здоровья Гомельского облвыканкама. С первой хвалей пандемии наши медики справились годно, не глядячи на то, что захворывание было абсолютно новым и невядомым. За этот час Министерство аховы здоровья выпрацевало клиничные протоколы и алгоритмы работы с хворыми на COVID-19. После окончания первой волны коронавирусной инфекции в Гомельской области система здравоохранения получила время на передышку. Благодаря этому времени мы устранили те недостатки, которые были в системе здравоохранения. Коечного фонда достаточно. Мы своевременно при необходимости перераспределяем коечный фонд, перепрофилируем для того, чтобы своевременно оказывать помощь пациенту с коронавирусной инфекцией. И всегда у нас имеется запас необходимого коечного фонда. Дополнительно в системе здравоохранения подготовлен запас средств индивидуальной защиты по номинованиям от 1,5 до 3 месяцев. Подготовлен запас лекарственных средств, которые созданы в системе здравоохранения Гомельской области, не менее 2-месячного запаса. Дополнительно у нас прошла учеба медицинских работников, которые участвовали в оказании медицинской помощи пациентов. Ложковый фонд у стационарах Гомельской области складая практично 14,5 тысяч местов. При этом при первой хвале была задейничана только четверть. У регионе амаль 1500 аппаратов штучной вентиляции легких и свыше 1700 кислородных кропок. В опыт работы с хворыми на коронавирус мают 60% урачов и 86% среднего медицинского персоналу. Зараз специалисты закликают людей не гублять пильность, чи себе и радей наведывать массовые мероприемства. Обовязково заховывать социальное дистанциование, крыстаться масками и дезинфицирующими сродками. Гэтые меры дозволят позбегнуть резкого повышения нагрузки на медустановы.